Всем здорово, короче, здрасте, с вами Тускер. И сегодня мы завершаем прохождение первого акта Shadow Fighter 2. Сегодня мы будем бить рысь. И вот перед этим мы сначала будем избивать последнего его телохранителя. Мы довольно-таки сейчас неплохо прокачали, чтобы их наказать, набить. Так, телохранители, легко, в бой. Честь и традиции, ха, орден для меня, всего лишь средство разогнать скуку и отточить мои выдающиеся навыки владения мечом. И я с удовольствием продемонстрирую свое мастерство тебе. Тупо обычный понторез, блин, ему сейчас кирдык будет, сейчас его накажем просто. Будем бить его личика, щеголь. Он похож на визоря у императора какой-нибудь там, в какой-нибудь игре, мультике, прочего. Сейчас ему устроим заварушку. Так. Черт, глюкануло. Ой, щеголь ты, пес просто. На, получи. Хова! На. На, по головешке. Это называется, я так хорошо прокачался. Очень хорошо прокачался. Сейчас его просто ждет наказание. Сейчас я его просто напинаю. Так, здесь я уже отпеча... Ой. Так, мой косяк. Хова! Все, лег уже. До свидания. Блицкрик. Неплохо. И вторая миссия. Одинокий зверь. Ух. Так, приз 1900 монет. Так, первая атака 12, максимальная комбо 3, 18, хардстайл 18, итого 1948. Как дата, вот такая одна из дат в истории. Но как же мне наскучила такая жизнь, орден. Я вернусь туда, где мне самое место, высший свет. Но не радуйся раньше времени, рысь тебе не по зубам. Так, а вот теперь сам рысь. И первая печать. Ты думаешь, что победа над моими людьми что-то значит? Они всего лишь пешки, которых можно легко заменить и забыть. Но ордену нужен человек с твоим мастерством, твоей энергией. Выбирай, присоединяйся к нам, или я сотру тебя с лица земли. Бой, иди тебе задницу надирать. Готовься, рысь, умереть нахрен. Вот раньше рысь был вообще одним из самых легких боссов, а сейчас в его коготках, короче, есть два зачарования, одно отравление и бомбочки, так что будет бой напряженный. Так. На, по голове. О, неплохо. Так, это что за глюки? На. Вот что подсечка-то? Опа. Хова. Так, первый раунд за мной. Это отлично. Отлично. Так. Вот пес, а? Так, это не есть хорошо. Так, блядь. Так, не дать ему, чтобы он на меня бомбочки заложил. А, сука! На, получи. Ты меня достал, я тебе сейчас зафигачу. Лови. О-о-о. Немного поднапрягся. Нет, так. Финальный раунд, возможно. Пова. Так, косанул.
Ах ты, сука! Со своим ядом, блин. Так, металлочки пошли. Так, я тут, наверное, в этом раунде просру. Черт. Да, просру. Нифига себе, еще на земле так постоял. Блин, я думал, ачивку выполню, что типа без ни одного проигранного раунда. На, лови. Он опять свою хитрожопую эту маскировку. Да-да-да-да-да-да, я вспомнил способность. Эту способность надо деактивировать, чтобы крит надо крит нанести, чтобы деактивировать эту способность. Так, думаю, сейчас в этом раунде его раскидаю. Блин. Как такая шикарная женщина меня не может одолеть? Лови. Вот чёрт, а. Странно то, что бомбочка не наложена. Странно. Обычно одновременно и то, и другое. У него, кстати, еще у металки там... О, бомба, бомба. А, нет, 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 только, только не бей, не бей, прошу. Не бей. Падла! Твою мать. Все, вот это уже решающий раунд. Это залет. Все, мне пизда. На, лови. Сука ты ебаный рот, блядь. Не дай бог еще из-за тебя просру. Сука, я проебал. Все, короче, 2-3, блядь. Все хуйня, Миша, давай по новой. Ну, конечно, сученый, что ты еще, блин. Его усилили, эту падлу. Раньше он был очень легкий. Сейчас такой... Так, он накосячил. Хоба! Так, давай двойную посечку. Сука! Я чуть не пересрался. Лови. И давай. Да, блин. Что ж такое-то? На, вот. Вот так надо его нагибать. Ты чё, как обезьяна тут скачешь? То есть сюрикены в кот уже пустил. Вот это серьезный удар был. На, во, вот это хорошо. О, понеслась. Вот так. Хова. И давай. О! Вот это мощно было. Так. Сейчас, надеюсь, затащу. Без, короче, без сливов. Вот так. Оп. Хопа. Так, накидываем. Так. Пока ничего себе. Ой-ой-ой-ой. Так, накидываем снова. Хоба, критично. Ну, чё-то мало снег.
Ну давай, хопа! Да! Все, победа! Без шансов, вот она, эта ачивка. Укрощение строптивого. Все, это победа. Так, 3 гема получили, 500 опыта и все. Наконец-то. Не может быть. Весь орден во всем моем величии находится в моих руках. А тебе нужна всего лишь печать? Будь по-твоему, забирай свою безделушку и убирайся. Но помни, тебе это с рук не сойдет. Синяя печать. Таинственная синяя печать, полученная от рыси в жестоком бою. Одна из 6 частей ключа от темных врат. Взять печать. А вот и первая печать. Ты молодец, тень. Нам осталось найти еще 5. Не будем медлить, пора отправляться в путь. Мой ученик пропал. Я волнуюсь за него. Он ушел в соседний город в одну из новых школ боевых искусств. И с тех пор я ничего не слышал о нем. Это про дракона или про Кенджи? Ай, блядь, пропустил диалог. Все, короче, второй акт. Тайный путь. Этот город славился школами боевых искусств. Но сейчас он лежит в руинах. Что могло вызвать такие разрушения? Надо найти кого-то, кто объяснит нам, что здесь произошло. Может, тот юноша сможет нам помочь? Ты, поведай нам, что здесь происходит. Уверен, что вы тоже участвуете в состязании, которое устроил ученик. Так вот, знайте, выиграть у вас не получится. В магазине доступен новый раздел, метательное оружие. Но сейчас надо будет акт качать. Ну вот, на этом, короче, завершим весь первый акт Street of Fighter 2. Продолжим в следующей серии. С вами был Тускер. Всем пока-пока.